студенти та курсанти. У нас сьогодні проводиться захід, зустріч з героєм антитерористичної операції, героєм України, який розповість про ті буремні події, які відбувалися, як це відбулося, презентує літературу, і ви можете задати йому деякі питання. Я думаю, що ви знаєте історію нашого шановного гостя. Я особисто хочу передати привітання ректора Національного авіаційного університету, який особисто знайомий з паном Володимиром. Я хочу сказати, що він неймовірно жалкує, що сьогодні не може бути тут присутній з нами, оскільки, ну, на жаль, наклалося сьогодні важливе засідання вченої ради університету. Це, як знаєте, доленосні рішення для нашого університету, тому він там. Але я впевнена, що всі наші наступні зустрічі буде, звісно, відкривати він. І від імені ректора я хочу вам подякувати і передати особисто велику подяку за ваш вклад патріотично виховний рух нашої молоді. Фотограф, фотограф. Доброго дня, друзі. Сьогодні наша зустріч присвячена такому проєкту, як «Вранці Кремля». Мене звуть Олена Живчугова, я координатор проєкту «Вранці Кремля». Трохи пізніше я вам розповім про цей проєкт, і ми вам покажемо презентаційний ролик «Вранці Кремля», фільм «Вранці Кремля». Зараз я хочу передати слово представнику Міністерства інформаційної політики, також координатору цього проєкту, це Олександр Павлов. Добрий день, шановні студенти, шановні курсанти, викладачі, присутні. Безумовно, в першу чергу ми хотіли подякувати вам від імені Міністерства, від нас за всебічну допомогу і підтримку в організації даного заходу. І розпочати нашу сьогоднішню зустріч хотілося б з простої відповіді на запитання, чому ми прийшли, власне, до вас, чому ми прийшли до молоді, до студентів. Власне, ні для кого не є секретом той факт, що молодь в нашій країні і в інших країнах світу, в тому числі, є, з одного боку, найбільш потужною соціальною групою, з іншого ж боку, найбільш вразливою. Найбільш потужною соціальною групою вона є насамперед тому, що саме представники молоді творять історію кожної країни. Вони є, якщо не безпосередньо учасниками всіх подій, які змінюють хід історії, то свідками цих подій. З іншого ж боку, вона і залишається вразливою, оскільки, можливо, через недостатньо сформований світогляд або ж власну позицію, все-таки молодь, вона піддається впливу, в тому числі інформаційному. Зокрема, зараз, в тій ситуації, в якій нині знаходиться наша держава, дуже легко потрапити під вплив російської пропагандистської машини, яка працює постійно, працює не протягом останніх 5 років, а працює з дня набуття незалежності нашої країни. Відтак, ми в Міністерстві вважаємо, що саме такі зустрічі, вони значно допоможуть молоді розуміти причини, проблеми, які нині охоплюють нашу державу, задля того, аби знайти вихід з цих проблем, оскільки вихід цей лежить на нас з вами, на молоді. Знову ж таки, як показують останні дослідження, які були проведені буквально в минулому році, третина молодих українців не знає, як почалася війна на сході країни. Вражаючи цифри, маючи війну вже понад 5 років, маючи анексію Криму, знову ж таки, третина молоді, 37%, якщо я не помиляюся, найголовніший страх для молоді – це війна, а 36% молоді переймається тим, що країна повністю погрузла в корупції. Як ми бачимо, такі проблеми, такі страхи породжують нові, інші явища, інші проблеми для нашої держави,
В даному випадку можемо розглядати це як і еміграцію талановитої, креативної, розумної молоді за кордон, адже це розуміло, що кожен із нас турбується про власне майбутнє, турбується про свою самореалізацію і відтак шукає інші шляхи та виходи з цих проблем. Саме тому ми сьогодні прийшли до вас. Адже не знаючи того, як починалися ці події, ми не зможемо знайти правильний вихід з цих подій, ми не зможемо розв'язати ці проблеми, а відповідальність лежить насамперед на нас з вами. Зараз хотів би надати слово Олені Жемчуговій, яка є координатором проєкту «Бранці Кремля», яка детальніше розкаже. Дякую, Олександр. Треба до мікрофона, так? Можна без мікрофона, аудиторія дозволяє почути. Ще раз вас дякую. Ви знаєте, я за фахом лікар, і сьогодні ми до вас прийшли і як до студентів, і, можливо, як до майбутніх захисників нашої країни. Я, коли працювала лікарем, то я думала, що я виконую свої обов'язки, працюю, і всі поряд теж так роблять. Але, як любить казати Володимир Жемчугов, коли ви не цікавитесь політикою, то політика зацікавиться вами. Сьогодні коротенько я зараз розповім вам про проєкт «Бранці Кремля». Він був створений Міністерством інформаційної політики, коли був знятий ще в лютому 2018 року фільм, документальний фільм «Бранці Кремля». Його зняв телеканал «Умовлення UATV». Це як нагадування всім нам про тих патріотів, про тих політв'язнів, які знаходяться у в'язницях Кремля. Це не тільки кримські татари, це і мешканці Запорізької області, це мешканці Києва, це мешканці Луганської області. На всіх зустрічах я згадую про вашого ровесника, якому зараз 20 років, це Павло Гриб. Він студент Могилянської академії, вже півтора року знаходиться у в'язниці в Росії. Його звинувачують у організації терористичних актів. Він виїхав на побачення до Білорусі, на побачення з дівчинкою. І там його служби ФСБ Росії заарештували і звинувачують у організації терористичних актів. Є такий роман Сущенка, ви, мабуть, теж слышали про нього багато. Це журналіст, який працював, це журналіст «Укрінформ», який працював у Франції, приїхав до родичів в Москву і також був заарештований службами ФСБ Росії. З лютого 2018 року цей проєкт проходив лише як презентація фільму, як нагадування, яким чином Росія впливає на громадян України, як проводить залякування, як приходить до мешканців Криму зранку і заарештовує їх. І вже з вересня 2018 року проєкт «Бранці Кремля» набув такого формату, як зустрічі героя України Володимира Жемчугова із студентами різних вищих закладів України. За ці 9 місяців ми побували в 37, ви сьогодні 37-й заклад вищої освіти, де ми зустрічаємося із молоддю. Ми були у вузах Києва, Одеси, Тернополя, Херсона, Рівна, Маріуполя, Черкас, Чернівців. Ось на тому тижні ми повернулися з Чернівців. І знаєте, хочу що вам сказати. В рамках цього проєкту ви маєте можливість поспілкуватися з Володимиром Жемчуговим. Він вам розкаже свою особисту історію, своє бачення на всі події. І ви маєте можливість задати йому різні питання. Питання були різні, різні студенти. І я завжди згадую Маріуполь, там, де є вузи переселенців. Вони переселилися, приїхали із Донецька до Маріуполя. І знаєте, мене дивувало те питання. Були різні питання. Коли закінчиться війна, яким шляхом ви вважаєте, вона має закінчитись. Але я завжди згадую те питання. Ви знаєте, ми їздимо туди, додому, в Донецьк. І що казати тим людям, тієї молоді, як з ними спілкуватися, щоб вони розуміли, що вони українці, що вони не в Росії живуть, а в Україні. Отаке питання було від маріупольських студентів.
Чернівцях мене теж ну, трохи здивувало, я коротенько розкажу. Я думала, що це Западна область, Західна область України, але там настільки було проросійське серед населення, проросійських таких дивізій, вигуків. І я була дуже рада, що студенти мають іншу думку, що вони патріоти, що вони українці. І вони запитували у Володимира, скажіть, будь ласка, ми почули вашу історію, ми здивовані, що мешканці Донецька та Луганська вийшли і організувались на боротьбу проти Росії. Скажіть, будь ласка, а скільки там ще таких людей залишилося? Тобто, який відсоток людей хочуть, щоб прийшла туди Україна? Це теж був таке потужне питання. В рамках цього проєкту ми вам принесли подарунки у вигляді тих книг та брошур, які друкуються на замовлення міністерства. Ось я вам хочу показати таку брошурку, вона маленька, Російська Федерація «Дорога в Гаагу». Це про ті діяння, які Росія проводила в Криму та на Донбасі. І я сподіваюся, що прийде той час, що їй прийдеться в Гаазі, Росії прийдеться в Гаазі відповідати за всі свої злочини. В рамках проєкту ми не маємо можливості показати вам весь фільм «Вранці Кремля», він 40 хвилин, але ми вам привезли також диски, і цей фільм розташований на каналі YouTube, ви його маєте можливість подивитися. А сьогодні ми вам покажемо коротенький 9-хвилинний ролик, і я хочу, щоб ви зауважили, щоб ви подивились, проаналізували ось ті дати, які там зараз будуть показані. Дати історії Російської імперії та Російської Федерації. Будь ласка, можна фільм? В тюрмі я задавався вопросом, почему мир опять допустил этот фашизм? Для активиста Володимира Балуха була вигадана інша стаття обвинувачення – незаконне збереження боєприпасів. Не дивлячись на відсутність доказів, Володимир отримав 3 роки і 7 місяців у якості покарання. Наразі він перебуває у колонії. Провина активіста Володимира Балуха полягала лише в тому, що на його будинку висів прапор України та меморіальна табличка з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Збільшується кількість заручників, як і в Росії, наших українських заручників, як і в Росії, так і на Донбасі. Вже понад 100 політв'язнів Кремля знаходяться в Росії. І кожен день до кримських татар зранку приходять співробітники ФСБ, заарештовують і беруть їх на допроси. Коли ми готувалися до нашої зустрічі, то думали, не будемо вважати таких слів, як патріотизм, героїзм. Але я ось у вас хочу спитати, як назвати тих людей, які заради вашого мирного життя тут, заради того, щоб ви вчилися, набували знання, готові були жертвувати своїм життям, своєю свободою, заради того, щоб так світило сонечко у нас. Як назвати тих людей? Однозначно герої, так? І ви знаєте, от у всіх на устах, мабуть, і всі знають такі прізвища, як Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих. Але мало хто знає прізвища тих, хто знаходиться так званих, в заручниках так званих ЛНР та ДНР. Я хочу сьогодні хоча б декілька вам назвати. Це цивільні люди і військові люди. Олександр Тимофєєв, Сергій Глондар. Олександр, вибачаюсь, Корінько, Олександр Корінько, Роман Аніщук. Ви знаєте, мабуть, ваші викладачі вам сьогодні розповіли, да, з ким буде зустріч. Але все ж таки я хочу, Володимир завжди проти цього, це як реклама, він каже. Але я все ж таки хочу маленьке відео вам показати. Коротеньке відео про те, коли відбувалося звільнення з полону Володимира, коли його нагороджували зіркою героя України.
8 утра. На взлетной полосе военного аэропорта Борисполь последние приготовления. Капитан дает добро на взлет. На борту Елена Жемчугова. Она знала, что муж подорвался на растяжке, что потерял руки, ослеп, что попал в плен и ему грозит 30 лет. Но сейчас она улыбается. Ни разу за год Елена не усомнилась в том, что ее Володя вернется домой. И в этом же убеждала свекровь. В сентябре 2015-го Владимир поехал в Красный Луч забрать маму. Вывез и снова вернулся за вещами. Тогда-то и подорвался на растяжке, чтобы перевезти освобожденных украинцев. Президент распорядился отправить медицинский самолет. Садка на вертолет. Еще час полета над зоной боевых действий в город Счастья. На сам обмен Елену не берут. На нейтральную территорию выходят пленные. С одной стороны, четверо сторонников так называемых ДНР и ЛНР. С другой, в сопровождении миссии ОБСЕ, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун. Сдерживать эмоции больше не нужно. Последняя преграда на пути – противотанковые мины. Еще один, самый важный, шаг на свободу. Елена не может найти себе места, нервно переминает пальцы. И вот она, долгожданная встреча. Разговор с президентом, звонок маме, эмоции зашкаливают. Типу второго року, що він, Володимир, боровся, да, і організував супротив проти Росії. Але за ті, той рік, що він був в полоні з тими важкими пораненнями, він не зламався. Не зламався, і ви знаєте, от у мене таке враження, що він як БТР пре, щоб поламати ту Російську Федерацію, щоб вона кудись там закопалась. І я думаю завжди, як от ті хлопці, що в полоні, витримують все і доказують, що Україна – це незалежна держава, незалежна від Росії, що Крим і Донбас – це Україна. Якщо вони там витримують все, то як ми тут повинні жити і витримувати, да? І боротися за те, щоб наша країна стала не тільки незалежною, а ще й процвітала. До слова, хочу запросити героя України, радника міністра інформаційної політики Володимира Жемчуга. Прошу привітати. Доброго дня, українці. Я зараз завжди звертаюся до молоді як українці, щоб ви розуміли, що це країна, Україна, це ваш дом. Це ваша країна, це ваше небо, ваші ліси, поля, ріки, це все ваше. І щоб ви пишалися цим, і щоб розуміли, що ніхто не може сюди приходити і казати, що вам робити, як вам розмовляти, як вам щось будувати. Це ваша країна, і тільки ви тут щось можете вирішувати. Я народився в 1970 році. На Донбасі, місто Красний Луч, Луганській області. Мій батько русський, він приїхав в 60-ті роки на Донбас будувати шахти. Моя мати білоруська, вона приїхала теж в 60-ті роки будувати шахти. І так я народився і ріс. Я був... В радянські часи у нас виховували в школах, в навчальних закладах з комуністичною пропагандою. З радянською комуністичною пропагандою. І ми вірили в все, що нам казали в школах, по телебаченню, по радіо, в газетах. Бо у нас не було іншого істочника інформації. Чому ми почали їздити к вам? В 2013 году, когда все активно началась эта подготовка к этой войне в России,
самая активная уже фаза была. Сколько вам было в 2013 году лет? Подумайте. Я думаю, вы были еще очень юными и не все розуміли, що там трапилось в Криму, на Донбасі. Але вже 2019 рік. І ви, мало того, що ви там військові, вже осознанно пішли захищати Україну, але ну, так, взагалі ви вже дорослі люди і повинні розуміти, що трапилось, чому так трапилось, і ви повинні ну, вирішувати, якісь приймати рішення у своєму вже дорослому житті і знати, повинні знати правду. Дело в том, что у нас сейчас идет такая война, в которой даже взрослые не все разбираются. В 2013 году началась подготовка к активной фазе оккупации Украины, и она началась с гибридной войны, с оккупацией, с аннексией Крыма, потом началась гибридная война на Донбассе. Я использую, видите, вы слышите такие очень сложные юридические термины. Плюс гибридность вот этой войны породила очень много терминов, такие вот как у нас Путин говорит, что он на нас не нападал. У нас украинцы братья России, и у нас там нет российских солдат. Поэтому мы, кто их видели, с кем мы воевали, мы знаем, что там российская армия. Поэтому было придумано такое гибридное название, как вот российская агрессия. Также Путин говорит, что у нас там нет российских солдат, но там они есть, и поэтому было придумано такое гибридное название «Их там нет» или «Отпускники», «Добровольцы», «Ополченцы», «Казачество». Такие гибридные термины. Также есть и такой гибридный термин, как вот у нас есть беженцы, гражданские люди, которые вынуждены бежать с тех мест, где сейчас идет война, продолжается, стреляют, бомбят. Но так как войны нет у нас, такое гибридное название у этих людей, как временные вынужденные переселенцы. У нас есть наши украинские солдаты, офицеры, которые находятся в плену в Луганске и Донецке. Но так как войны у нас юридически нет, поэтому существует такой гибридный термин «заложники». У нас есть граждане Украины, жители Крыма и Донбасса, которые с паспортами Украины, они граждане Украины, но находятся в тюрьмах Крыма и у России. Но так как это юридически не может быть, они не могут быть политзаключенными. Поэтому придумано такое гибридное название «Бранцы Кремля». Я партизан, я местный житель Донбасса. Я с оружием в руках воевал против России. Но так как войны у нас юридически официально нету, поэтому меня не называют партизаном. У нас такое гибридное название «Волонтер-защитник». И я могу этот список гибридных терминов продолжать и продолжать. Это все сложно, это все сложно, это все усложняет. И вам, для молодежи, мы вот специально начали приезжать, встречаться с вами, показывать фильмы, дарить вот такие книги с реальной историей Украины, с реальными, с правдивой информацией. Потому что я считаю, что лучшая пропаганда – это правда. Не надо пропагандировать, надо просто рассказывать правду, из очевидцев, факты, события, фамилии, даты и все. И это самый лучший инструмент против пропаганды, российской пропаганды. Я родился и вырос на Донбассе. Я родился, уже воспитывался, там, в конце, учился в школе в конце 70-х, 80-х годах. Уже прошла такая мягкая русификация. Сначала была жесткая русификация, 30-е годы, когда на Донбассе тоже был голод, украинцы умирали. На их места завозили из других республик, большей частью из России завозили граждан. Потом была война Вторая мировая, голод послевоенный. Но уголь был нужен всегда. Уголь, как сказал дедушка Ленин, это хлеб промышленности и металлургии. Уголь добывается энергетически у нас и коксующийся. Без этих двух сортов угля невозможно ни электроэнергию добывать, было раньше, не производить металлы. Поэтому уголь был нужен. И в хрущевские времена была создана такая экономическая благоприятная зона на Донбассе, где
очень быстро давали квартиры рабочим, где всегда магазины были полные продуктов. Это такое было, знаете, экономическая зона, их было не везде. В Советском Союзе были только в столицах республик и такие вот стройки там, допустим, раньше они были, там строили их заключенные, политзаключенные. После смерти Сталина, ну, нельзя было уже, так сказать, силой заставлять. И начали уже как не кнутом, а пряником создавать вот такие благоприятные зоны. Такие были вот как Донбасс, Тюмень, Байконур, БАМ, Байкало-Амурская магистраль, где в магазинах всегда были продукты. Колбаса, сгущенка, шоколад. Но этого не было в других, во многих других городах такого изобилия не было. Поэтому многие молодежь ехали туда. И я помню детство, уже как бы мягкая русификация, много приезжало с разных республик людей. Большей частью, конечно, ехали из Российской Федерации. И я помню конец 70-х годов, к отцу приезжали с Волги родственники. Они когда уезжали, они в чемоданы, в эти квадратные, накладывали полные чемоданы колбасы. И я удивлялся, говорю, папа, а зачем они колбасу в чемоданы кладут? У них что, нету магазинов? Он говорит, есть, ну, нету там столько продуктов. Потом, когда я вырос, да, я это уже понял, узнал, что не все было справедливо и красиво в советское время, в коммунистические эти времена. Было что-то, да, там хорошее, но оно было, это хорошее, построено на крови, на терроре коммунистическом. Уже как бы в 70-80-е годы то, что было для нас, казалось хорошим. Но оно как нам казалось хорошим? Знаете, вот когда вот ты с детства кушаешь вот вкусную, сочную, свежую, сладкую морковку, и кажется, что это самое лучшее. Ну вот мы так в советское время дети думали. Мы просто не понимали, что где-то там, там в Европе, в Америке есть там 150 видов шоколада, там 200 видов мороженого, там мармелад, там и другие сладости. Мы просто этого не понимали, поэтому вот такие ценности у ваших родителей, может быть, у ваших там взрослых дедушек, бабушек, если когда они вспоминают о советских временах, что-то хорошее, они в первую очередь вспоминают то, что было вот, вот это единственное. Просто не было с чем сравнить, не было права выбора. У вас сейчас есть право выбора, вы можете сравнивать, и я вас прошу, все ставьте под сомнение, проверяйте всю информацию и в интернете, и в телевидении. Дальше проверяйте то, что я вам буду рассказывать, потому что надо думать, осознавать и понимать, чтобы в дальнейшем искать правду. Я учился в советской школе, и у нас, я почему вот, когда все это было, началось в 13-14 году, оно все началось с такого лозунга российского, что у нас тут в Украине появились какие-то фашисты, у нас угнетают русских. И я вот помню свои детские годы, и потом уже как бы я начал осознавать, я даже не задумывался в советские времена, кто мы, украинцы там, молдаване. Я уже потом уже осознал, что по фамилиям, что со мной в классе учились украинцы, русские, белорусы, молдаване, казахи, евреи, азербайджанцы. Но у нас никогда не было никаких этнических конфликтов. Наоборот, знаете, уже с русификацией 80-е годы уже заставляли нас говорить на русском языке. Все дело производства у нас было на русском языке. И наоборот, в местах у нас, да, на Донбассе розмовляют російською мовою. Але в селах досі на Донбасі розмовляючи українською мовою. І я пам'ятаю, коли в 82-му році к нам в клас перевели хлопця з села, ну там де там поруч, він розмовляв українською, і ми наоборот, не то, що там угнітали там над ним, просто нас сміялись над ним. В советское время была такая, ну, как бы пропаганда, что если ты разговариваешь на украинском языке, то ты отсталый человек, там из села, там отстала людина. Но когда я поездил потом по Советскому Союзу, по миру, я увидел, что такое было везде. И в Минске, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Кишиневе, и в Баку. Везде такая была мягкая русификация, что если ты говоришь на местном языке, то тебя воспринимали, что ты отсталый какой-то там, необразованный. Ну, вот так вот была такая пропаганда. Поэтому, когда вот все это началось в 2014 году, я,
ну, немножко коснусь своего детства, еще больше вам расскажу. Я учился в школе, ну, мы жили в советское время не так богато, мама меня воспитывала с 10 лет одного, без отца, и я пошел после 8 класса работать, учиться в ПТУ, чтобы пойти работать в шахту, потому что в шахте платили хорошую зарплату, как-то чтобы поправить семейное положение, финансовое положение в семье. Я работал в шахте после училища, потом я пошел в советскую армию, я служил в Москве, и там я как бы вот произошел мой перелом в сознании вот этого советского человека, коммунистической идеологии, уже действительно произошел уже в армии. Когда я служил в армии, я попал в мои подразделения, где служил, попали в состав войск военного переворота, такое было ГКЧП. Военный переворот в 91 году. Я не был, мои подразделения там наши не были, там вот возле Белого дома, где БТРами военные давили гражданских насмерть. Но все равно мы выезжали в Москве на свои объекты. Я помню, ну, солдаты, когда хотят, выезжают из части куда-то там за территорию, всегда останавливаются возле магазина, всегда хочется купить там мороженого или конфет, или что-то такого вкусного. Я помню, мы остановились возле магазина, вышли на улицу, нас быстро окружили гражданские москвичи, начали в нас кидать камни, нас оскорблять, выродки, убирайтесь отсюда. Я тогда не мог, вот тогда начался что-то, перелом такой в моей голове, что что-то не так, я солдат, защитник народа, но народ меня проклинает и выгоняет. Военный путч тогда быстро задушили, он рухнул, коммунистическую партию запретили, я дослуживал уже там несколько месяцев в российской армии. И я помню, вот мне дружил с офицерами, и некоторые офицеры приносили к нам в часть. Ну, тогда не было ксероксов, было на печатной машинке перепечатано через копирку тексты книг диссидентов. И я вот тогда вот почитал пару книг и о ГУЛАГе, там концлагере коммунистическом, и о этих терроре НКВД. И я был просто в шоке, что... Я был просто шокирован под впечатлением того, что вот я был в составе тех солдат, которые где-то там убивали, в мое время уже убивали мирных жителей, давили их БТРами. И такое же творилось на протяжении многих лет. И коммунистический советский строй вот обманывал миллионы людей столько лет. Обманывал и рассказывал, что Советский Союз самый правильный, что советская стратегия жизни – это все самое лучшее. А вокруг там, где-то там, это оккупированные капиталистами страны, они хотят на нас напасть, нас оккупировать. И они там поработили своих местных жителей. И они там, у них там рабовладельский строй, чуть ли и там загнивающий Запад. Я просто все это отказался. Я просто как бы понял, что надо жить сильно по-другому. Я вернулся в Украину. Можно было советский паспорт свой поменять на любую республику, поехать туда и поменять. Но я сказал, что я не хочу в Советский Союз, не хочу в Россию. Я уже посмотрел, что такое Россия. И я сказал, что я хочу остаться в Украине и хочу жить в Украине. Я также после армии пошел работать на шахту, учился в институте, хотел стать главным инженером шахты, женился, у меня родилась маленькая дочь, но начались тяжелые 90-е, на многих предприятиях начался экономический кризис, на многих предприятиях перестали платить зарплату, ну, надо было как-то выживать, у меня семья, я учился. Мне пришлось поменять профессию, я пошел из шахты в коммерческие структуры, там, где платили зарплату вовремя, я просто пошел простым рядовым менеджером, я учился, потом через время стал главным менеджером, потом руководителем, дальше я был уже там, директором нескольких предприятий. В 2007 году я уехал в Грузию, захотел открыть свой собственный бизнес, и в 2007 году открыл там фирму в Тбилиси. В 2012 году я вошел в десятку самых успешных украинских предпринимателей в Грузии. В 2013 году я фирму продал. И в 2014 захотел, уже с супругом хотели вернуться уже в Украину. В апреле месяце мы приехали 2014 года на Пасху домой в Красный Луч проведать мою маму. И я увидел там баррикады, вот стояли с покрышек на центральном перекрестке. Красный Луч – это такое стратегическое военное место, это перекресток двух трасс – Харьков-Ростов, Луганск-Донецк. Там это какие-то люди стоят, баррикады, я спросил у местных, что это. Да, там смеялись, что там стоят русские, там их угнетают, тут, они там бастуют.
Мне, я вам рассказал только что о своем детстве и как у нас русификация прошла. Поэтому мне было интересно, какие там русские стоят, я сам русский, пойти посмотреть, кого там угнетают. Я на следующий день пошел на этот перекресток, кого я там увидел. Знаете, в каждом городе у вас есть такая биржа труда, народное название, шутку называют. Это там, где стоят алкоголики, тунеядцы, такая неквалифицированная рабочая сила. Кому-то огород скопать, кому-то мусор вывезти, оплата сразу в конце дня наличные. Там я работал до 2007 года директором нескольких предприятий, я очень многих знал. Красноуч не такой же большой город, 110 тысяч. И я увидел там этих вот алкоголиков, тунеядцев. Я спросил вас, кто вас тут угнетает, какие ваши политические, экономические требования? Они испугались, видно, я первый такой пришел. Они говорят, не-не-не, у нас нет никаких требований, никто нас не угнетает. Мы здесь просто работаем. Мэр города Красный Луч Филиппова, нам каждый день передают нам сюда продукты, дают деньги на сигареты, на водку. Класс, не надо работать, мы просто тут сидим целыми днями и все. Там была бытовочка, вышел человек посерьезнее, там какой-то выслушал меня, говорит, уходи, у тебя будут проблемы, это не твое дело. Я поехал в Луганск, когда уже захватили СБУ, поговорил там с людьми, мне было интересно, кто там захватил СБУ. Я увидел, что да, там есть местные, там были даже несколько человек с Красного Луча, но руководители там были, я увидел, что они не местные. Я служил в Советской армии вот на территории Москвы. Со мной в части служили парни там с Урала, с Казани, с Питера, с Ленинграда, с Тамбова. И я знаю вот эти все диалекты. Кто акает, кто окает, кто тянет слова. Я все эти диалекты знаю. И я увидел в Луганском СБУ, что там команды удают. Вот эти вот люди с такими разговорами. Я знал, что это Питер и Москва только так разговаривает. Я помню ГКЧП, я помню войну в Грузии, я пережил с грузинами войну 2008 года, когда Россия напала на Грузию. Я не эвакуировался из Тбилиси, я пережил с грузинами, это смерть их родственников, моих друзей, я это все пережил. Понимаете, я уже тогда на Кавказе, мы как-то вот, откуда вы родом, из каких регионов, мы на Донбассе, в советское время нас как-то перемолотило, это мясорубка коммунистическая, и у нас, мы не помнили уже ни наших там предков, позапредков, а на Кавказе люди многие помнят свой род до 7-го, до 10-го поколения. Я ездил по Кавказу очень много, я был там и на Северном Кавказе, в Дагестане, в Северной Осетии, был в местах, там, да, Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан. И всегда как-то в разговоры заходили там о истории, там, потому что история была моим хобби после 91 года, советская история, российская история. И всегда мы заговорили за историю, и мне было, тогда помню, стыдно, что я русский, потому что они помнят, как русские, мне говорили некоторые люди, что вот моего прапрадеда убил русский в 1922 году, когда сюда пришли коммунистическая власть. А моего прапрадеда убил русский, когда еще при царской России. Мне было, конечно, неприятно слушать. И вот я себя воспринял, понимаете, я постсоветский человек, я не, как бы у нас не было национальности, у нас был национально-советский человек. Но на Кавказе я понял, что да, они чтят свои корни, свою историю, они, это дорого им, это ценность какая-то для них. И я начал об этом задумываться. Когда меня начали воспринимать, я гражданин Украины, у меня паспорт украинский, но все равно на Кавказе очень важно, какая твоя фамилия, кто твой отец. И как бы тебя так воспринимают все равно. И, когда вот это все началось, особенно война 2008 года, когда... Знаете, были такие ситуации, я вам расскажу. Уже был 13 августа 2008 года, уже российская армия подходила к Тбилиси, начала ее окружать, столицу. И я поехал на офис просто с программистом забрать какие-то там документы важные, потому что уже Тбилиси эвакуировался, госдепартамент весь, была эвакуация. Я взял программиста Сашку грузина, и мы поехали на офис, что-то там начали делать, с компьютерами скачивать информацию. Ему позвонили, он вышел в коридор. И возвращается такой бледный весь. Я говорю, Сашка, что случилось? Он говорит, брат родной в Национальной гвардии, он сейчас там в Схинвале, позвонил попрощаться. Я говорю, как попрощаться? Мобильные телефоны были у всех. Говорит, что российская армия уже окружила Схинвале, офицеры их убили, несколько товарищей убили, они патроны уже закончились, отстреливаться нечем. Они залезли просто в подвал какой-то, слышат уже наверху
уже русские голоса, российские солдаты ходят, гранаты бросают в подвалы. Он позвонил попрощаться. Ну, это только один из случаев таких, знаете, эмоциональных, которые я пережил, после которого мне было вообще стыдно, что вообще я русский. А вот в этих регионах побывав, там, где Дагестан, Абхазия, Нагорный Карабах, мне вообще рассказывали таких ситуаций, что для них русские солдаты это вообще, это живодеры, это столько пыток, о таких вещах рассказывали мне, что я вообще, мне неприятно было вообще, что моя фамилия Жемчугов. Поэтому, когда я увидел, что война идет, Крым тогда уже захватили, я увидел, что война приходит уже ко мне домой, ко мой дом в Краснолуч, я попытался уже что-то делать. Я не мог уже просто, не мог проходить это, чтобы пройти, прошло мимо меня. Я не то, чтобы решил там собирать Майдан, просто я многих знал по Луганской области. Я начал ездить по разным городам, начал собирать просто активистов, чтобы как-то там вот выгнать этих людей. Там, они тогда стояли еще без оружия в апреле месяце. Выгнать их с этих блокпостов, с баррикад и прекратить это. Но наших товарищей начали находить в Краснодоне, в Луганске, в Снежном. Убитыми. Один и тот же сценарий. Скотчем за спиной связанные руки и простреленная голова. Их начали находить понад дорогами или в посадках. Мы поняли, что все, уже бесполезно, уже тут как бы все прихвачено, видно, ФСБ работает. И мы начали просто хотя бы как бы остановили эти протесты, подготовку и как-то защитить себя, свои семьи уже начали планировать. Кто-то там с охотничьим оружием, кто-то как-то там. Понимаете? Почему у России так быстро получилось захватить ситуацию в Крыму? Потому что в Крыму находились российские войска официально. Они по договору аренды там арендовали военные части. По указанию, в одну из ночей они сняли с военной себя, сняли погоны, с военной техники сняли государственные знаки, вышли со своей частей ночью, блокировали украинские военные части, блокировали административные государственные объекты украинские и захватили, блокировали украинскую власть, захватили таким путем и провели такой фейковый референдум. И показали, что там 98% за референдум, хотя, вот вам сразу подкидываю, в Крыму живет 300 тысяч татар. Только по своей статистике скажут, что только 1% пошли на выборы, на эти референдумы, только 1% уже не складывается. Ну, также много информации у нас о том, что там просто это липовая была явка, показали на камеру толпу, а они перевозили их с одного избирательного участка на другое. На самом деле там было очень много привезенных из России граждан, россиян было. Кто, если из Крыма, я просто фактами буду говорить, что зима, зимний месяц с 13 на 14 года в Крыму был страшно туристический. Все отели, санатории были заняты. Такого никогда не было, чтобы зимой в Крыму были занята большая часть санаториев. Это все были завезенные с материка, с Краснодарского края, с Ростовской области люди, которые участвовали, делали эту массовку, которые захватывали власть, это военные многие. Казачки, так называемые, они заселили все санатории, все дома отдыхов, и вот это все они, эту массовку всю показывали на камеру. У нас все это началось, как бы, расскажу вам немножко в предыстории, все это началось после Помаранчевой революции в 2005 году. Когда Помаранчевая революция победила, они первый раз опомнились и начали подготовку уже, Россия начала подготовку к захвату Донбасса. Активная фаза началась с приходом Януковича в 2010 году, когда был назначен министром обороны гражданин России, начальник СБУ тоже гражданин России, и министр внутренних дел оказался тоже гражданин России. Янукович их назначил. И когда началась уже активная фаза. Я помню после 2004 года, как это у нас проявлялось в Луганско-Донецкой области. К нам начали массово ездить казачьи хоры, казачьи танцы. Это все оплачивала Россия. Они начали массово ездить и навязывать свою вот эту казачью историю, что якобы тут казачество российское, это тут никакая не Украина, это казацкие края российских казаков. После 2010 года, после прихода Януковича, началось еще круче.
Значит, Россия начала проплачивать такие конкурсы между Луганской, да, и Ростовской областью. Конкурсы пограничных, там, пожарных, там, скорой помощи, администрации. Все оплачивала Россия. Я помню, я руководителем тогда работал, многих знал с правоохранительных органов. И я вот с ребятами там, ну, встречались там просто, как общались, пиво пили. И я помню один разговор, что говорит... Товарищ мой говорит, я не пойму, куда смотрит СБУ. Мы вернулись из Ростова, у нас было соревнование. Вот была днем официальная программа, вечером неофициально. Нас пригласили в ресторан, ну мы сели, выпили там, закусили. К нам начинают подводить каких-то людей. И вот начинают там такой разговор вести. Вы с правоохранительных органов? Да. Как вам там работается в Украине? Нормально? Зарплату как платят? Вас устраивает зарплата? Наверное, не устраивает. Квартиру не обещают, вот негодяи, не обещают. А как форму? Шьете за свои деньги, наверное. Заставляют там какие-то схемами заниматься, чтобы как-то ж форму пошить себе. ГСМ, канцтоварами обеспечивают? Тоже плохо. Давайте дружить. Приезжайте к нам, берите семью. У нас тут в Ростове, на Дону, тут есть туристическая база. Не надо денег, мы все оплатим. Приезжайте, отдыхайте, давайте общаться. Мы к вам приедем, можно? Мы тоже за все заплатим, у нас деньги есть, не переживайте. Давайте дружить, давайте общаться. Он говорит, я же понимаю, кто это такие. Это сотрудники ФСБ, это подготовка, вербовка, подготовка. Куда смотрит СБУ, непонятно. Ну, куда смотрит наше СБУ, нам в Луганской области стало сразу в 2014 году, когда оказалось, что наш генерал Луганского СБУ Пасечник оказался офицером российских спецслужб и сдал полностью все Луганское СБУ с первых дней российскому ФСБ. Как это произошло? Как вот вербовка происходила? Я помню, ну, Красный Луч у нас приграничный регион, и вот от Красного Луча до границы, там, сколько там, 60-70 километров. Я помню, у нас с 91 года процветала контрабанда, и знаете, вот приезжаешь туда в Краснодон, в Свердловку, там поля, у нас не было границы такой, колючая проволока, были просто поля. Днем вроде все тихо, а ночью... прям как вот круче, чем у вас вот эта дорога. Оттуда с России КАМАЗы, Уралы с соляркой, с бензином, с Украины туда на Россию КАМАЗы с мукой, с сахаром. Ну, возили все, что выгодно. Все были в доле, все получали свою долю с каждой машины, и СБУ, и прокуратура, и милиция, и таможня, и пограничники, и налоговая, все были в доле. Это продолжалось вот с 91 года по 14 год. И был этот пасечник, этот генерал Луганского СБУ, который сейчас, я называю, директором ЛНР работает после Плотницкого. Он был там майором на Краснодонском СБУ, на таможне работал. И они задержали, тогда это был, по-моему, или 10-й, или 11-й год, по-моему, это было. Они задержали машину, на двойное дно было в сидушке. И в сидушке лежало наличными 1 миллион 200 тысяч долларов. И начали там всех они уговаривать, чтобы они их не сдавали. И уже по 50% сказали отдаем, уже все согласились. И таможенники, и пограничники согласились. А вот пасечник СБУ не согласилась. И сдал все 1 200 000 в бюджет государства Украины. За это ему дали звание генерала, за это ему дали звание, наградили наградой. Но, как оказалось, это была операция ФСБ, они пожертвовали специально 1 200 000, чтобы поставить своего человека генералом СБУ, и чтобы он в 2014 году сдал им всю Луганскую область. Вот я вам рассказываю, как оно было, реальные факты, как работала ФСБ до 2013 года, работала у нас в Луганской области. Вернусь к апрелю 2014 года. Значит, вот эти контрабандисты в мае месяце к нам, подкупила их ФСБ, они перевезли к нам на территорию Луганской области российских солдат. В мае, тогда в конец апреля, май месяц, к нам пришло немного солдат. Они вот на первое пришло, привел их такой Козицын, генерал войска Донского. Их пришло там 30 человек в антрацит. Они переехали с оружием, раздали вот автоматы вот этим вот маргиналам, алкоголикам, которые стояли на блокпостах. Окружили городдел милиции. Ну, милиция была тоже. Руководство милиции было все подкуплено, продано. Начальнику милиции в разных городах по-разному, в зависимости от численности жителей, платили от 50 до 200 тысяч долларов за то, чтобы, ну, не давал указания, чтобы сопротивлялась милиция. Ну, руководство было большей частью предателей, часть какая-то, ну, не видели смысла с пистолетом Макарова сопротивляться против автоматчиков, пулеметчиков, против гранатометчиков. После того, как город дел разоружили,
Он Косицын отдавал на откуп вот этим нашим местным казачкам, как бы расплатиться с ними город. С чего началось все? Они пошли грабить банкоматы, они пошли грабить банки. Да, Косицын сказал, простых людей не трогайте. Уже были заготовлены ФСБ списки руководителей фирм, предприятий, администраций, богатых людей, кто поддерживал украинскую власть. Вот к ним приходили, забирали машины. Ну, днем вроде бы как бы все спокойно было, с ужасом все ждали утра, потому что утром приходили и рассказывали, что там кого-то пытали, там кому-то взломали дверь, там кого-то убитым нашли, то есть что происходило, то есть летом еще тогда 2014 года работали нотариусы, людей вот приходили по ночам, ломали дверь, пытали. Утром после пыток приводили уже в нотариус, человек уже после пыток подписывал все, что угодно, давал дарственные на машины, на дома, на квартиры, на фирмы, на счета, там, на имущество. Потом, чтобы человек не мог опротестовать, ну, не отпускали его, чтобы в другой город не поехал и в нотариусе не опротестовал эту дарственную. У нас там под антрацитом Счетова есть такой старый колхоз, много силосных ям, вот туда их вывозили всех и расстреливали. На простое население как бы психологически вот жах наводили, но это тоже все ФСБшная технология. Собирали по городу наркоманов, ну, в принципе, в милиции были архивы наркоманов, делали какое-то собрание вот, людей, вот что вот у нас новая власть, нам не нужны наркоманы. Вот, смотрите, мы взяли из архивов данные, вот эти люди, уже подтверждено, что они наркоманы, нам не нужны они, и их вывозили тоже туда, и расстреливали, и закапывали. Я не мог понять, зачем это, потом уже понял, чтобы как бы, ну, психологическое давление такое на народ. Я, когда это все началось, я не люблю вот этих слов красивых, там, герой, патриот, я их очень редко использую. Все для меня лично началось не потому, что я там хотел защищать Украину. Просто я, вот когда уже война пришла в мой дом, я посчитал, что я мужчина. Я не могу пройти мимо этого, там жила моя мама, сестры, там близкие мне люди, которые не могли себя защищать. Я просто пошел, взял в руки оружие, чтобы защищать их. Как попало к нам в руки оружие? Из-за того, что российских частей у нас не было на Донбассе. У нас не было, я вам скажу, даже и луганских, и украинских военных частей. У нас также была дислокация еще советская военных частей по территории Украины. Все ждали нападения с советских времен с Запада. И все военные части находились на западе Украины. У нас ближайшая военная часть находилась в Артемовске, это Бахмут сегодняшнее название. Это 250 километров, по-моему, от границы с Российской Федерацией. Поэтому, когда там говорят, что там какие-то БТРы, танки, взятые у украинской армии, не верьте. Луганский военный округ расформировали в 97 году. Все, у нас не было военных частей. И Россия на Донбассе придумал другую пропаганду. Они начали массово завозить оружие. В каждом поселке, в каждом городе, который по очереди захватывали вот это козицынские спецназовцы российские, они создавали казачьи отряды, казачьи гарнизоны, оружейки и завозили туда оружие. Вот я вам расскажу еще один пример пропаганды российской, как они действовали. Косицын брал там КАМАЗы с оружием, этих своих спецназовцев, приезжал вот на какую-то шахту утром на первый наряд. Собирал шахтеров и рассказывал им. Вот у нас есть данные, что из Киева к вам выехали уже сюда бандеровцы. Они приедут сюда к вам через 3 дня, соберут на центральной площади ваших жен, детей, матерей. Сначала отрежут голову вашим детям, потом отрежут голову вашим матерям, потом изнасилуют, отрежут голову вашим женам. Вы будете сидеть и смотреть на это? Я привез с собой автоматы. Берите оружие, давайте защищаться. Кто не хочет брать автоматы, вот я привез мешок с женскими юбками. Одевайте женские юбки и идите домой сидите. Вот такая была пропаганда. Страх – великая сила. Еще Геббельс придумал эту угрозу страхом. И кто-то верил, кто-то испугался. Кто-то брал оружие. Ну, так попало оружие к нам. Мы под видом того, что мы тоже хотим защищаться от украинской армии, мы брали оружие. На человека давали автомат Калашникова, 3 рожка патронов и цинк патронов 1 на 2. После освобождения в 2014 году украинская армия успела освободить много городов. Славянск, Краматорск, Мариуполь, Счастье, Попасную, Станицу Луганскую, Лисичанск, Рубежное. Многое, около 100 городов освободила украинская армия. И нигде не нашли отрезанных голов ни детей, ни жен, ни матерей. Это была просто пропаганда. И она на некоторых людей она подействовала. Люди испугались.
И слух – великая сила, и кто-то пошел действительно идейно туда, в эти отряды, а кто-то, такие к нам, попало оружие. Потом, когда я вывез свою семью в Тбилиси, я, ну, чтобы не рисковать, маму и жену я вывез в Тбилиси, у меня там тоже квартира, я со своего счета на фирмы брал деньги. В самолете можно через таможню провозить 10 тысяч евро, не декларируя, это закон Украины. Я привозил деньги, и мы начали скупать оружие. Вот эти казачки наши местные, которые там создавали отряды в разных поселках, городах, они начали, и алкоголики, конечно же, пользуясь ситуацией, неучтенка была, они торговали оружием. Летом 2014 года мы покупали автомат Калашникова российские $200, пулемет Калашникова $300, РПГ $400, СВД $500, пистолет Макарова $700, граната $50, патроны разные так, до доллара. Мы покупали в разных городах оружие, делали ячейки и пытались что-то как-то там сначала себя защитить. Многие мои товарищи, да, с высшим образованием, не все смогли, нашли себе силу духа взять в руки оружие. Многие просто, мы как бы делились в разных городах, кто-то, большая часть, стали просто подпольщиками. Те, кто ездили по региону, собирали разведданные о передвижении российской армии, о дислокации российской армии, о фамилиях, номерах телефонов, номерах российских военных частей, что мы передавали украинской армии. А кто-то, такие как я, вот мы не побоялись встать на защиту своих родных. Я нормальный человек, ну и большинство нормальных людей, психологически и социально, для них убить человека – это большой психологический барьер. И точно так же это было для меня и для моих товарищей, кто нашел в себе силы. Это не произошло просто так. Для нас это сподвигло большие психологические эмоции. Как это произошло? Понимаете, большинство людей, мы не ждали, не готовились к войне. Никто не мог подумать, что в 21 веке в Европе на Украину нападут российские войска. Мы большая часть смешанных браков, мы говорили большей частью на русском языке. Никто не мог понять, подумать этого. Хотя грузины меня в 2008 году предупреждали, что вы следующие. Я не верил этому. Большая часть людей сидели в ужасе и ждали, что не может быть такого происходить. Завтра, послезавтра придет украинская армия, придет СБУ, там полиция, наведут порядок. Но этого не происходило. Вот эти вот там разные какой-то, представьте, еще в апреле месяце какой-то там Федя, вы могли его встретить там под магазином, он просил у вас там гривну, дай гривну, похмелиться на пиво. А в мае месяце он ездит по городу на X5, на джипе, с пулеметом, с автоматом, полные карманы денег. В багажнике ящик водки, ящик колбасы, и он хозяин города. Никто не мог поверить, что 20 человек-автоматчиков могут захватить власть в городе, там 80 тысяч, там 100 тысяч человек. Оказалось, это очень легко и просто. Когда у тебя в руках автоматы, нет милиции, ты хозяин страны, ты хозяин жизни. Все. И эти люди с автоматами решали, как кому жить, как кому что делать. Так оно длилось. Сначала, вы знаете, у нас началась антитеррористическая операция в мае месяце. По условиям антитеррористической операции украинская армия не имела права заходить в города. Они шли, выдвигались вдоль границы, вот от Азовского моря отрезали украинскую территорию от границы. В города могли заходить только подразделения ВСУ, СБУ и МВД. Но уже в городах очень много было российских солдат, уже у них были БТРы, минометы. Когда украинская армия уже почти замыкала кольцо возле района Краснодона, ее начали обстреливать с российской территории, российская армия. С украинской территории, из городов, прячась за спинами жен, детей, этих же украинцев, начали стрелять в них эти российские солдаты и это казачество. Ну, в таких условиях было тяжело вести войну, и украинская армия начала нести потери и начали отступать. Вторая попытка уже, когда увидели, что не смогут отрезать, невозможно отрезать границу, начали наступать фронтом. И уже тогда освободили, как я вам говорил, Славянск, Краматорск, Лисичанск, станицу Луганскую. И тогда, я помню, конец августа, к нам в Красный Луч пришла украинская армия. Когда вот эти казачки, вот эти заезжие и даже российские эти спецназовцы увидели украинские танки и БТРы, они к нам подошла Житомирская бригада, врезалась так вот между Снежным и Красным Лучом. На блокпостах, когда эти местные казачки увидели
украинские танки, все поразбегались. Я помню один день, даже не было даже вот этой бандитской власти в городе. И на утро к нам уже зашло со стороны Краснодона, со стороны границы, зашли уже в город, зашли регулярные российские войска. Пришли чеченские батальоны, кадыровцы. Пришла Рязанская десантная дивизия, пришла Тамбовская десантная дивизия. Они пришли уже тоже с танками, с БТРами, с артиллерией, с ураганами, с градами. Ну, начались бои на окраинах Красного Луча. Ну, я приходил тогда к украинской армии. Ну, я не знаю, как можно было назвать эту украинскую армию. Это были пацаны срочной службы, 19-20 лет, с ними было немного офицеров постарше. Это были, блин, БТРы, лысая резина на БТРах, не у всех были аккумуляторы, толкали друг друга с толкача, заводили. Техника постоянно текла масло, солярку, соляры не хватало, сливали там с тракторов на шахтах. Ну, просили у местных там продукты, потому что была только этот самый там тушенка, жара, она быстро портилась. Ну, я... И когда я увидел вот эти батальоны, которые пришли, чеченцы, кадыровцы, Рязанская десантная дивизия, это были, они не скрывали, они тоже пришли без погонов, но там многие были мужики 30-40 лет, они говорили, что прошли первую чеченскую войну, вторую чеченскую войну, кто прошел, то есть обстрелянные с боевым опытом. Начались когда бои, ну, украинская армия несла потери и отступала. Бои шли как-то больше по ночам, к утру все стихало, мы местные приходили на эти места боев, ну, было тяжело, конечно, это все смотреть, более жестоко себя вели, конечно, кадыровцы, они любили, ходили там, любили снимать видео, постоянно фотографировались на фоне подбитой украинской техники, на фоне убитых украинских солдат, на фоне разорванных этих трупов, сгоревших в БТРах, нам местным запрещали хоронить украинских солдат. Ну, тоже, я так понимаю, с психологической точки зрения, чтобы это мы ходили там и смотрели на них. Но уже с мая месяца был комендантский час, да, всех мужчин заставляли, чтобы носили свой паспорт, комендатура ходила, проверяли прописку, по ночам до сих пор нельзя ходить на тех территориях. Но мы все равно, мы не могли это видеть. Мы выходили по ночам, приходили на места боев, мы просто хотя бы закапывали украинских солдат, чтобы их не ели дикие животные, и в август месяц, чтобы трупы не разлагались. Вот после для меня, после увиденного вот этого всего, для меня лично не было никакого психологического барьера. Я уже не воспринимал их как люди. Я их воспринимал как звери, как выродки. И я, для меня лично вот это, товарищи, которые стали на мою сторону, не было никакого психологического барьера, чтобы мочить этих тварей. С чего началась наша партизанская война? Мы, когда украинская армия отступала, российские регулярные войска, они как-то боялись больше заходить в города. В города запускали вот этих казачков с этих Ростова, с Волгограда, вот этих наших местных. А сами становились, делали лагеря рядом с городами. Вот у нас такой первый поселок, они когда с Красного Луча, Снежное, захватили, стали возле Снежного палаточным лагерем. Мы местные, что мы делали, придумали? Мы брали сигареты, пиво, приходили к ним туда, в этот лагерь, и говорили, что типа, о, мы там пришли вас там отблагодарить, спасибо, там пришли нас защищать, дарили им сигареты, пиво. На самом деле, наша цель была посчитать количество техники, классификацию техники, численность состава, посмотреть расположение караулов, секретов. Это наш край. Мы, помню, с детства все там, ну, моего возраста, мы от Краснодона до Саур-могилы, пионерские лагеря, туристические походы, мы знаем все эти степи, балки, речки. Мы ночью потом приходили с безопасного расстояния, с тех мест, которые мы уже знали, там, где располагаются секреты, караулы, выстреливали по две, по три обоймы с автомата в их лагерь и убегали. Потом мы начали ездить по местам боев, где были большие тяжелые бои с украинской армией. Это Краснодон, Изварино, Зеленополье, Снежное, Саур-могила. Очень много было разбитых там конвоев украинских с техникой. Мы собирали разбросанные мины, снаряды и потом делали на дорогах, где шла российская техника, фугасы и закладывали и взрывали их. Если вы откроете сейчас в своих смартфонах YouTube и наберете в поисковике слово «Как сделать из мобильного телефона радиоуправляемую мину?» «Как сделать из китайского будильника мину с замедленным часовым механизмом?» «Как сделать из лампочки накаливания простой детонатор воспламеняющийся?» «Как сделать двойную засаду на трассе?» «Как сделать засаду в городе?» Вы найдете массу видеороликов, снятых чеченскими партизанами, начиная с 1993 года. Там есть не только видео
инструкции, как пошагово, что надо делать, паять, собирать, а полностью даже видеоролики, соснятые на деле, как с помощью мобильного телефона взрывают колонны идущих российской техники в Чечне, в Дагестане. Мы учились вот этой партизанской войне большей частью из YouTube. Мы приезжали, весь 14 год мы приезжали регулярно в украинские военные части, которые на аэродроме в Краматорске, в Дебальцево стояли, но нас украинская армия не воспринимала. Очень много было предательства, да, со стороны местных Луганско-Донецкой области. У нас у всех половины российские фамилии, у всех у нас были прописка местная. Я помню, офицер нам говорил, что... Ну, на САТО я не могу там ничего вам давать. Я говорю, у нас даже есть оружие. Нам не нужно оружие. Нам нужны патроны, гранаты и детонаторы. Мы не можем в таком количестве большом делать, большие закупки делать. Мы рано или поздно попадем в поле зрения спецслужб. Нас спрашивают, зачем вам столько патронов и гранат. Уже были много, мы сделали акций и начали обращать внимание. Но думали тогда, еще в 2014 году, думали, что это украинские с ДРГ выходят и там что-то делают в тылу. Но офицер, помню, украинские спецслужбы сказал мне, что я не могу вам, если я хотя бы один патрончик вам дам, завтра приедет прокуратура, меня арестуют, посадят в тюрьму. Я не могу этого делать. Весь 2014 год мы воевали просто как бы, вот просто партизаны. Мы, в чем это выражалось? Мы закладывали фугасы на дорогах, мы обстреливали российские военные части, обстреливали из пулеметов, из автомата, идущие по колонны вот, по ночам российской техники. Краснолуч, я вам сказал, стратегическое место такое, что вот через наш город постоянно шли колонны. Они переходили границу по ночам в районе Краснодона между Изварино и Урало-Кавказом, таможенными пунктами. Ночью переходили, но я так понимаю, чтобы из космоса их нельзя было видеть, и Google не мог сфотографировать. К рассвету они выходили уже на трассу в Ровеньки, и уже утром шли уже Ровеньки, уже быстрым ходом шли Ровеньки, Антрацит, Красный Луч. В нашем Красном Луче они поворачивали, кто делился, шли налево на Донецк, кто прямо на Дебальцево, направо на Луганск, на Перевальск. Мы тоже считали эти колонны, передавали данные украинской армии. В 15 году, уже когда ну, уже армия как-то украинская окрепла, и уже добробаты уже начали как бы расформировать, не должно быть никаких добробатов, должна быть или ВСУ, или СБУ, или МВД, начали как бы силы уже загонять в эти подразделения. Я собрал ксерокопии по разным городам, ячейки наших товарищей, кто именно был в боевых подразделениях, приехал в Киев. Учитывая то, что я долгое время работал менеджером, вот эта тяга к здоровой бюрократии у меня осталась. Я всегда, когда проводили мы какие-то операции, я брал метку с Гугла, локация, место, где это проведено, описывал четко, как мы приходили, как уходили, собирал описание социальных сетей, потом кто как там местные описывали, что-то там взорвалось, там кто-то на кого-то напал. И когда я уже принес в Киеве, здесь показал эту флешку с этими массой информации, тогда уже нас восприняла, украинская армия восприняла уже реально. Они уже к 2015 году, у них уже было понимание, что да, там на оккупированной территории проходят какие-то операции, и они знали, что это не ВСУ и не СБУ, кто-то это делает. Когда я им дал четкую информацию по проведенным операциям, они тогда уже восприняли, что да, нам можно доверять, и тогда мы уже весь 15-й год проработали уже в координации с украинской армией. На моей груди вы видите планку с наградами. Это награды за 14-15 год. Я не могу пока надеть эти награды, мне разрешили хотя бы планку одеть только в прошлом году, потому что у нас нет войны, я не партизан. Партизаны в современном юридическом справочнике – это незаконные вооруженные формирования, те же террористы. Поэтому мы не можем пока легализовать, и власть украинская не может легализовать нас и признать нас, что мы имеем отношение юридическое к украинской армии. Если вы следили за законами, то только в декабре 2018 года Верховная Рада признала и легализовала партизан Второй мировой войны, которые воевали против коммунистов, против фашистов, и только их в прошлом году легализовали. Когда легализуют нас, я не знаю. Но награды мы имеем, а звезду героя мне уже дали не за партизанскую войну, это уже официальная награда, за то, что я, будучи в плену, не стал на колени и не предал товарищей, и никого не сдал.
Так воевали мы, и в награде было сказано, что я уже не как бы, это не в награде, на наградном листе сказано, это президент сказал на словах, почему нет официальной связки, что я партизан, и нет связи с украинской армией, что я провел 30 специальных операций успешных, были еще неуспешные, но 30 успешных, это уже в координации с украинской армией в 2015 году. А сколько было проведено всех операций, начиная с 2014 года, это можно будет рассказать не только после войны. В конце 2015 года к нам обратилась украинская армия с просьбой помочь им. У нас на территории Луганской области есть два аэропорта, аэродрома на оккупированной территории. Первый — это Луганский аэродром, который гражданский, который был захвачен, ну, разбит российской армией в 2014 году. И так как его разбили, украинская армия отступила, там уже нечего было охранять. И второй — это у нас остался военный аэродром. На территории Луганска есть бывшее училище военных штурманов авиации, ВАУШ так называемое. Уже в украинское время военное училище расформировали, на территории военной части объекты распродали, там на территории военной части сделали просто музей авиации, и осталась взлетная полоса для военных бомбардировщиков. И в 2014 году, в мае месяце, его захватило военное подразделение ГРУ, военной разведки. Сотрудников музея выгнали, сделали периметр, и они начали охранять этот аэродром. И там штаб, до сих пор находится штаб военной разведки российской армии. В конце 2015 года мы получили информацию как от наших подпольщиков из Луганска, так и от украинской армии, что Россия готовится ночью перебросить туда самолеты из Ростовской области. По видео можете посмотреть в YouTube, но если они начали уже показывать так, типа пропагандистские ролики, что они взяли из музейных экспонатов старые советские самолеты, отремонтировали их, и вот у ЛНР появилась своя авиация. Но мы знали, что готовится ночью переброска самолетов. Нас попросили этому воспрепятствовать, надо было как, или обесточить аэродром, или обесточить вышки, которые, ну, помогают сажать самолет. Я ночью заминировал линию электропередач, которая шла из России и пытала этот аэродром. Это заминировав линию электропередач, срочка на взрыв на один день, я на следующий день. Я начал возвращаться, но там у нас там рядом с этим местом также проходит трасса Ростов-Краснодон-Луганск. Ночью выехала колонна со снарядами, до сих пор по ночам возят снаряды с Краснодона на Луганский фронт. Я, ну, так подумал, что меня могут заметить, допустил ошибку и пошел другой дорогой, не той, которой возвращался. Но не той, которой пришел туда. И там до сих пор еще много с 2014 года минных полей, которые еще россияне минировали и наши украинцы минировали. Я зашел на минное поле, наступил на растяжку, ну, растерялся, хотя инструкцию YouTube есть, можно посмотреть. Я растерялся, 3 секунды детонатор, хлопок, я успел только закрыться руками. Взрыв, я упал, и я не погиб, у меня получилось очень множественное осколочное ранение всего тела. Я выполз на эту дорогу, хотел просто, чтобы меня задавила машина, не хотел попадать в плен, уже знал, что как с нашими поступают в плену. Уже как бы были известны ситуации, такой в YouTube можете посмотреть подвальчик Бэтмена, кто прошел через этот подвальчик, как там пытают, как там издеваются. Это я не хотел этого, я вывез свою семью, и я был, знал, что никто не рискует, но моих товарищей остались там дети, жены, матери, я не хотел быть предателем, хотел, чтобы просто меня переехала машина и все. Но меня машина там объехала, этот колонна объехала, российские солдаты меня отвезли в больницу. На следующий день взорвалась линия электропередач. Там рядом нашли место взрыва, мою шапку, мою кровь, кровавый след, как я полз к трассе. Поняли, что это, к этому я имею отношение, и начались допросы уже в реанимации. Мне делали много операций на животе, на голове. Ну, руки не являются жизненно важными органами, затянули, началась гангрена, и мне их ампутировали. Допросы были разные. Меня много раз пытались убить, прикладывали пистолет к голове, царапали ножом мне по телу, кололи мне в руку шприцом каким-то, говорили, что вот меня заражают какой-то болезнью, у меня 2 часа только, чтобы я сдал своих товарищей, адреса, пароли, явки, или мне не вколят обезболивающее, я умру в муках. Я понимал, что я уже как бы остался инвалидом, я не понимал, могут мне восстановить зрение, я думал, что мне говорили, что я уже слепой, без руки, и все, и мне продолжали делать операции, и я просто уже не захотел, чтобы
хотя бы пусть не я уже не останусь живым, хотя бы останутся, хотя бы имя какое-то обо мне моим детям останется. Понимаете, я всегда обращаюсь когда к молодежи, особенно к молодым военным. Я призываю вас, ну вот как-то считать, быть личностями. Я не осуждаю тех людей, молодых людей, взрослых людей, которые, ну просто, ну не духовитые, ну не смогли как-то чего-то добиться в жизни. Ну не все мы одинаковые, но просто, понимаете, быть какой-то личностью. Я вот с детства, с юности помню, я никогда не мог пройти мимо, когда там двое бьют одного. Я не мог там пройти, когда там у девушки там в парке отнимают сумку. Там я, ну как-то всегда я вот, ну, был такой вот борец за правду, как кто-то прямолинейный. Потом, будучи там руководителем, я понимал, что надо быть какой-то личностью, иметь свое чувство самоуважения, личность хотя бы проявлять, что ты не плывешь по течению, как кто-то там, а можешь как-то что-то как-то себя проявить в жизни, чего-то добиться в жизни. И вот эти характерные качества меня и подталкивали и пойти защищать близких и как-то там вести себя правильно в плену. И, ну, вот это. Я обращаюсь к вам, к военным, чтобы вы молодые, да, вы еще юные, но уважайте себя. Вы будьте личностью, вы можете всего добиться. Мы, взрослые, уйдем. Эта страна останется вам. Вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети, как, какое общество вы построите. Вы решите, те люди, которые могут взять на себя ответственность, вот что-то принимать, решения какие-то в своей жизни. Будьте такими людьми. Ну, не все этим могут, но хотя бы вот чувство самоуважения у каждого, чтобы было. Я, чтобы не сдать товарищей, когда начались допросы, я просто попытался, у меня стояла здесь капельница возле шеи. И я просто, чтобы уже понял, что я могу не выдержать, я ночью дотянулся до капельницы, перекусил ее, знал, что если дунуть в капельницу и кровь попадет в воздух, то человек умирает. Но я перекусил капельницу, начал дуть, но охранники, у меня со мной стояли постоянно охранники, они увидели, меня связали. И я там буянил, я оскорблял их, там кричал гимн Украины, чтобы хотел просто провоцировал, чтобы меня просто застрелили. Но пришел врач, помню, сказал, что мы знаем, что твоя жена тоже доктор. У нас будут проблемы, если ты погибнешь, нас обвинят, и нас, с нами будут проблемы, у нас не делай этого. Ну, они поняли, что я не шучу, я могу покончить с собой, и такие жестокие допросы прекратились. Я провел год провел в плену. Я один из украинских вот украинцев, которые тяжело ранены в таком состоянии провели год в плену. Даже тяжело раненых генералов, россияне отдавали сразу на второй, на день, на первый день. Они, ну, боялись, мне уже потом объяснили, что боялись, чтобы украинские офицеры не умирали в плену, чтобы как-то не ожесточило украинскую армию, и отдавали сразу. Меня год держали в плену, вот эти продолжались допросы. ФСБшник вот этот, который меня допрашивал с таким говором московским, он говорил: как, ты же русский, ты же местный житель, ты с Донбасса, ты был шахтером даже когда-то, ты как ты мог предать нас, как ты мог предать Россию? Я знал историю хорошо, я всегда находил им что ответить. Ну, к примеру, я им говорил такое, что, понимаете, вот вы мне рассказываете, что кого-то предал, есть буханка хлеба, вот насколько кусков хлеба не разрежь, даже на самый маленький, даже маленький кусочек — это будет хлеб. А есть правда. Если ее вот разделить напополам даже хотя бы, это уже не будет правда. Это полуправда. А полуправда – это ложь. И я видел, что и ложь не имеет разницы, какая она – русская, украинская, немецкая, французская. В 2014 году я видел, что правда была на стороне Украины. Я видел, как российские войска переходили границу, как к нам пришли регулярные подразделения. Я их сам видел, всех, с ними общался, разговаривал с офицерами. Я могу много историй рассказать за 14, за 15 год. И правда была в 14 году на стороне Украины. Я никого не предал. Я пошел защищать своих близких и родных. Пошел защищать, ну, свою страну. Меня обменяли в 16 году только на двух офицеров СБУ, предателей Украины. А потом одного из них донецкие партизаны отомстили за меня и подорвали его в Донецке. Об этом тоже есть информация в YouTube. Это был полковник СБУ. Партизанская война там продолжается на тех территориях. Если вы, ну, не украинская власть не имеет права юридически им
признавать связь с ними. Поэтому большую часть информации вы можете взять из неофициальных источников. Есть на Фейсбуке такие страницы, как «Луганщина – це Украина», «Донбасс Резистенс», «Луганский партизан», где вы можете посмотреть информацию из российских источников, но уже рассказанное, уже, как оно было на самом деле, но подтверждение не украинское, а российское специально там печатается о партизанских операциях в 14, 15, 16, 17, 18 и 19 году. В этом году была очень крупная партизанская операция в Луганске. Военкомат заминировали, военные части заминировали партизаны КАМАЗ. И когда он выезжал, выехал на территорию города, его подорвали. И погибло несколько российских офицеров. Я могу долго рассказывать. Я хотел бы, чтобы вы задали свои вопросы. Понимаете, вот этот фильм, который мы презентовали, «Бранцы Кремля», он о... ситуации, вы посмотрите их, о том правде, которая произошла в Крыму. Я подключился к этому проекту, чтобы в комплексе вам, вы можете посмотреть правду о ситуации в Крыму и со мной поговорить о ситуации в Донбассе. То есть вы можете, как бы я вам дам сразу, это у нас короткая встреча, но все равно я отнимал у вас много времени, вы можете взять отсюда, из этих источников, правдивую информацию, что никакая это не гражданская война, что это не какие-то там не референдумы. Вы можете взять правдивую информацию и знать, как оно было, почему это происходит, и для себя в дальнейшем принимать какие-то в жизни важные решения, уже основываясь именно правдивой информацией. Я хотел бы, чтобы вы задали какие-то вопросы, любые, по этой теме. Я отвечу на любые вопросы. Поднимайте руку, представляйтесь и обращайтесь, и я буду рад ответить на ваши любые вопросы. Чим ви зараз безпосередньо займаєтесь після всіх подій? Я зрозумів. Дякую. Я как бы для себя считал, что я еще до войны вышел на пенсию. Так я шучу. Я как бы был предпринимателем. У меня достаточно для нормальной жизни есть капитал. И я не обязательно уже работать. После освобождения с плена меня отвезли в Германию. Мне восстановили здоровье, сделали протезы, восстановили зрение. Я могу что-то делать. И я продолжал какую-то общественную жизнь. Я всегда говорил, что я не могу физически воевать с Россией, но я буду продолжать это делать идеологически и информационно. В прошлом году меня пригласили в Министерство информационной политики работать советником министра по вот этим вопросам национально-патриотического воспитания. И я участвую в разных проектах и вот веду эту общественную деятельность, но уже с помощью государства, ну, министерства. Поэтому вот этим я и занимаюсь на сегодняшний день. А вы, чи, може, є серед ваших якихось близьких людей ті, які знають от іншу правду, да, російську правду, як ви до них взагалі відносились, чи намагались ви переконати їх якось? Я зрозумів. Чи... Дивіться, я в 14-15 роках, коли там ще був на Луганщині, і якби ми, партизанська війна йшла по ночам, а днем ми все одно ходили, там общались, как-то ми вже не відкрито не призывали, ну, пытались вести розговори. И вот, понимаете, вот этим людям, которые уже старшего поколения, так скажем, 45+, которые были воспитаны в советское время, которые, ну, не так сильно образованы, которые помнят только то, что преподавали им в школе, в советских учебниках истории, которые воспитаны на советских фильмах о войне, которые не знают правды, которые знают вот эту только как бы официальную коммунистическую правду. Им тяжело это все воспринимать. Тем более, когда по телевизору постоянно говорят, что там какие-то фашисты сейчас придут и зарежут, и пугают постоянно, каждый день по радио. Да, очень многие люди поддаются. То, что там на оккупированных территориях, здесь, на этих территориях очень много людей, которые просто, да, простые люди, не знают историю, живут теми советскими еще знаниями, и они верят, многие верят этому. Я вам расскажу, ну, вот несколько, ну, от одной ситуации. Вот я продолжаю общаться с людьми с оккупированной территории. Я вот знаю одного человека, который в 2014 году на шахте взял в руки автомат, и он поверил, что там вот бандеровцы придут, сейчас будут резать. И он ушел уже, остался живой, был два раза ранен, но ушел из этой армии Луганска. Я вот с ним разговаривал вот этой весной и говорю, ну что там, Коля, ну как этот самый ты? Да вот ушел из армии, блин, достало... К
короче, там, обманули нас, Вова, обманули. Я говорю, подожди, я же тебе говорил в 2014 году, что не верь русским, обману. Я историю знаю хорошо, надо знать просто историю. В 22-м году, 1922 году, вспомни, русские пришли, коммунисты русские, и говорили, что заводы рабочим, землю крестьянам, шиш с маслом, обдурили. Голод начался, коллективизация, это самое, все, кто недоволен, всех расстреляли, поубивали. Обманули же. Как вы могли верить? Вов, ну они же говорили нам в 2014 году, что будет народная республика, народная. Мы же типа хотели, вот мы же такие за Донбассе, там за народ, чтобы народ что-то тут управлял. Ну я говорю, ну и что, получил народное? Ну да, у нас все руководители граждане России, все даже в армии офицеры высшего состава, все граждане России. Даже если какие-то административные есть, знаете, картинка такая, там как этот сам Пасечник, ну или там Захарченко был, у него всегда у всех был заместители, они были с паспортом, они есть с паспортами России, и они принимают решения. И мы ничего не принимаем решения. Он говорит, я и ушел, почему? Потому что мы, на наше вообще мнение никто не смотрит. Я говорю, ну а что теперь делать? Что-то делать? Он говорит, а что теперь сделаешь? Теперь уже ничего не сделаешь. Да? Уже в Дебальцево стоит 11-й корпус российской армии, под Лутухина стоит танковый корпус, под Малониколаевкой стоит артиллерийский корпус, у нас кругом российские военные части. Ничего не сделаешь. Я не виню этих людей сильно, понимаете, ну, они не знали просто историю, не знали, была в истории такая фейковая еще одна республика, Германская Демократическая Республика, может вы ее не знаете, но все взрослые знают, это такая же фейковая республика была создана советами, русскими коммунистами, как вот ЛНР, ДНР, ПНР, Приднестровская, это такие же фейковые республики, и они рухнули. Рухнет и это, только, конечно, очень придется долго ждать, пока Россия ослабнет и вернется эта территория в составы тех стран. Но немцы, они говорят, что мы ждали 45 лет. Немцы, я вот очень много после освобождения ездил, я выступал, ну как в составе делегации меня приглашали, я выступал в Бундестаге в Германии, был два раза в канцелярии у Ангели Меркель, выступал в Конгрессе США. И многим политикам было интересно, да, я первый, тем более местный житель, русский, с оккупированных территорий, еще и воевал, из первых источников узнать правду. И как бы они много говорили, очень сильно как бы, ну, воспринимали меня, так видно, что было открыто. Я не буду называть фамилии этих известных политиков европейских, но помню один разговор с ним. Немцы, как мне говорили, что Владимир, не нервничай так. Мы немцы, да, в 45-м году Советский Союз пришел и освободил нас от фашизма. Но и союзники пришли, американцы, англичане нас освободили от фашизма. Только после 45-го года англичане и американцы вышли и дали свободу тем странам, которые они освобождали. Франции, Италии, Испании, Бельгии, другим странам. А Советский Союз освободил нас от фашизма в 45-м году. И в 47-м году мы официально юридически признали Советский Союз оккупантом. Что страны Польши, Югославии, Болгарии, Чехословакии, часть Германии, они были оккупированы. И мы считали, что это оккупированная территория. Мы немцы, мы не воевали с Советским Союзом 45 лет за то, чтобы освободить ГДР, нашу землю и наших граждан. За 45 лет родилось несколько поколений коммунистов-немцев, которые уже наоборот считали, что те немцы ФРГ – это уже враги. Но когда Советский Союз напал на Афганистан в 79 году, советские войска, так как вот у нас на Луганщине, они тайно перешли границу с Афганистаном, высадились возле дворца Амина, законно избранного президента Афганистана, убили президента Амина, убили всех его приближенных, охрану его, а всему миру сказали, что это так называемая коммунистическая афганская революция. Ну, все, весь мир знал, что это не так, а нам в Советском Союзе мы верили, потому что других источников информации не было. Все мировое сообщество объявило такие экономические санкции, как сейчас против России, так и тогда, в 79 году объявили против Советского Союза. Эти экономические санкции давили Советский Союз до 88 года. И в 88 году Советский Союз не выдержал и вышел из Афганистана. После дальше рухнул так называемый Варшавский договор, получили свободу от советской оккупации. Польша, Болгария, Чехословакия, ГДР вернулась, Югославия. Они называют это оккупацией, поверьте мне, я с ними разговаривал. И еще круче, в 91 году, когда от экономического кризиса рухнул сам Советский Союз, распался на эти республики. Они считают это так. Он говорит, что
И надо подождать. Я говорю, подождите. Я, вы видите, я какой человек на стороне. Я не хочу ждать 45 лет. Я пошел воевать. Я не хочу, чтобы так долго было. Она говорит, ну, Владимир, ну, придется. Ну, придется ждать еще 10-15 лет. Я говорю, а почему 10-15 лет? Ну, мы так решили, что еще 10-15 лет мы будем зависеть от российской нефти и газа. Как только мы перестанем покупать у России нефть и газ, мы больше ничего не покупаем. Технологии мы высокие им не продаем. И когда мы перестанем покупать нефть и газ, они обанкротятся, и Россия распадется на много республик. И Россия вернется вот это свое царство, границы царствия Московии. Как она была Московией, так она и вернется в эти границы. Ну, я говорю, ну что ж, 10, 12, 15 лет придется ждать. Я понял, что мне объяснили, вспомни Абхазию, ты же говорил, что был там. Вспомни Приднестровье, Осетию. Ну, к сожалению, никто не будет открыто воевать с Россией. У России есть атомная бомба, поэтому у тех тиранов, Каддафи, Хусейна, у которых тираны, у которых не было атомной бомбы, там получилось военным путем их побороть. А вот такие даже мелкие, маленькие, Корея, Северная, маленькая страна, но у нее есть атомная бомба, и к ней Трамп едет на переговоры, к ней приезжает на переговоры. И с Путиным будет считаться, потому что у Путина тоже есть атомная бомба, и он пугает нас уже ей. Если вы следили за новостями, вот Путин уже докладывает, что в прошлом году, еще в 2018 году, что украинская армия — это не грузинская армия 2008 года. Это даже не та армия 2015 года. Это уже армия, которая может дать конкретно по зубам. Поэтому он понимает, что он не сможет, уже сомневается, сможет ли выстоять российская армия, которая стоит там около 50 тысяч находится на границе с Украиной, и уже там корпус военный 30 тысяч на территории Луганской и Донецкой области, он думает, что уже не выдержит. Поэтому он начал нас пугать, помните, в прошлом году он начал говорить, что да, если вы на нас нападете, ну, возможно, мы умрем, но мы как мученики пойдем в рай, а вы сдохнете. Это он нас пугает так атомной бомбой. Ну, я сомневаюсь, что человек, который колет себе в лицо ботокс, собирается завтра идти в рай. Ну, как-то так. Я широко ответил на ваш вопрос, чтобы уже как бы... Давайте до наступного питания. Привет. То еще я, у кого питание. Сейчас давай поговорим о компании. Вас можете воздействовать на месте за судьей, с товарищем? Чи взагалі перекрыли? Да, контакта у меня с семьей не было. Меня как бы лечили, но лечили не для того, чтобы я выздоровел. Меня поддерживали, чтобы просто допрашивать. У меня каждый там день через день были допросы, уже как бы обработка, знаешь, такая психологическая. Я не знал, что семья моя знает о моем состоянии. Первую информацию, первый звонок был только через 4 месяца, по-моему. Через 5, да? Октябрь, ноябрь, декабрь, ну, февраль, да, где-то так вот. Я не знал, знает ли моя семья, что со мной, как со мной. Большую часть я провел, конечно, под конвоем в Луганской больнице времени. Но в августе, в мае 2016 года меня хотели, меня и Надежду Савченко, поменять на этих двух офицеров ГРУ, которыми их ранеными взяли под Луганском. Но россияне выторговали только одну Савченко и поменяли одну на двух. И в мае месяце приехал вот этот ФСБшник после обмена и сказал, что ты нам больше не нужен. Чтобы остаться в живых, у тебя есть только одна возможность. Встать на колени перед российской камерой и сказать, что тебя этот самый там заставили, ты там подкупили, но ты не сам пошел защищать Украину. Я сказал, что этого делать не буду. Сказал, тогда мы тебя посадим в тюрьму. Там туберкулез, гепатит С, волчанка, сдохнешь. Ну что ж, сдохну, так не сдохну. Меня отвезли в тюрьму, посадили в луганскую тюрьму в общую камеру с уголовными заключенными. Слепого, без рук. Это была полная жесть. Если вы видели меня освобождение, вот там, я уже был лысый, у меня уже были вши, меня только помыли только перед освобождением. Было, конечно, тяжковато. Раз в месяц приезжал этот ФСБшник, он говорит, ну что, тебе нравится? Давай, камера, сейчас на камеру говоришь, и тебя сразу везем в гостиницу, белая простынка, вкусная еда, тебя моют, бреют, тебя везем в Москву, тебе делают зрение, там протезы, тебе пенсию дадим здесь в Луганске, будешь жить. Сказал, я не хочу быть предателем. Ну, так оно было в плену. Можно я добавлю? Я просто від вашого запитання згадала один випадок, коли наша влада домовилася в листопаді 2015 року, домовилася об обміні Володимира на один на один. І ЛНР
Можна я на російську перейду, мені так легше буде. І МГБ ЛНР сказали, ми його віддадим, якщо приїде жінка лично і підпише нам всі бумаги, вона приїде в лікарню одна, підпише нам всі бумаги, що вона не має ніяких претензій. И я, конечно, сказала, да, я поеду. Сотрудники нашего СБУ сказали, вы одна не поедете, вы будете с нами. Машина реанимация, реанимобиль была выделена. И мы доехали только до Краматорска. ДНР тогда отдали тех людей, которых освобождали и к обмену. А Владимира тогда не отдали. Я 5 дней была в Краматорске, прожила там в центре АТО. И в один день мне звонит человек и говорит: Елена, ваш муж направил весточку, он находится в очень, представляете, я сижу, мы ждем, да, вестей, когда наконец-то обменяют, нам отдадут Владимира, то есть мы все боремся за него, и тут мне звонок, и мне говорят: Елена, Владимир направил весточку, он хочет сообщить своим родным, что он в таком-то тяжелом состоянии, находится в Луганской больнице, и что он, в общем-то, находится в плену. И я говорю, я знаю это с первого дня. А ему там говорили, что от тебя все отказались, жена твоя уже ушла. На него там таким образом психологически давили. И помню еще один момент, когда звонок по телефону, ну, неопознанный звонок, я поднимаю трубку, а мне говорят: здравствуйте, Елена Ивановна. Я говорю: здравствуйте. Как ваши дела? А у меня в мыслях, вот надо же, наверное, полстраны, это был февраль месяц, наверное, полстраны знает, как у меня дела, да, что у меня там муж в таком-то состоянии, что он в плену, а кто-то там, какой-то мужской голос спрашивает, как у меня дела. Я говорю: хорошо, у меня дела. А вы меня не узнали? Я говорю: нет. Это Влад, который ежик. Владом называли Володю в Грузии, так грузинские сотрудники, а ежиком называла я. Я его не узнала, потому что он лежал вот так вот к уху, ему положили телефон, накрыли одеялом, поэтому голос был приглушен, и я его не узнала. Но вот представьте, какие эмоции. Вот это первый был звонок через сколько-то там месяцев, в феврале. Спасибо. Давайте пытание еще есть? Вы попали в очень жесткую ситуацию, вы, можно сказать, посмотрели в глаза смерти. Как вы думаете, что именно вам помогло выжить? Я очень, спасибо. Я очень часто, когда встречаюсь с военными, особенно там из генерального штаба, я всегда их спрашиваю, что вы вообще ведете воспитательную работу со своими солдатами? Какой-то есть там курсы эмоционально-психологической подготовки, там национально-патриотического воспитания, что, понимаете, это как бы очень сложно, легко сказать, да, когда ты ожесточен, там, тебя кто-то убили, там, тебя что-то там, тебе нанесли какое-то увечье, там, ну, тебя что-то отняли, ты как бы что-то, какая-то мотивация есть. Но как тяжело, ну, как вы воспитываете молодых офицеров, молодых солдат, потому что все же идут, да, там, на боевые задания, и нет гарантий, что ты не попадешь в плен и не будешь ранен, там, раненый попадешь в плен. Это очень сложно, как бы. Ну, говорят, что кто, как, не знаю, как с вами работает, но я постоянно поднимаю эти вопросы и как бы для себя проговариваю, прописываю эти курсы как бы начальные, как выжить в плену, как составлять легенду, как ну, оттягивать там пытки. Но это все как бы, этому надо учить, да, это надо, с этим надо работать. Может быть, я не знаю, если бы я был, попал в плен такой молодой, как вы, может быть, психику бы мне, конечно, сломали. Но так как я попал уже осознанно взрослым человеком и был психологически подготовленный, знал историю и ну, знал психологию, мне многое помогало выжить в плену. Ну, наверное, в первую очередь, конечно, мне конкретно такие рецепты давать это сложно. В каждом конкретном случае надо описывать конкретно. Но мне лично помогло то, что, да, может быть, это сыграло мне на руку, что я был тяжело ранен и уже не держался за жизнь и хотел, наоборот, покончить с собой. Они меня там останавливали и поняли, что не шучу, и как бы это меня сохранило мне жизнь. Ну, в первую очередь, конечно, ну, какие-то такие там издевательства в дальнейшем. В первую очередь, все равно они
Сейчас всех украинских пленных оставляют для обмена. У нас конкретно чему-то учить так вот за короткое время очень сложно. Я вам сказал, что в первую очередь надо быть, подготовиться, быть эмоционально крепким, быть личностью, да, ну, хитрость тоже применять. И в любом случае сейчас уже никого не расстреливают, все знают уже, что в Гааге уже идет 2 года суд о том, чтобы Россию признать военным преступниками. Они боятся этого. Поэтому мне лично помогло чисто собственное достоинство. Мне было тяжело, первые 4 месяца было очень тяжело. Меня очень сильно давили. Потом я 4 месяца выдержал, меня даже вот эти офицеры начали за меня за это уважать. Мне это наоборот помогло. Что ты вот, ну, типа, мужик не сдался, там, типа, на колени не стал. Мне наоборот даже потом давали там и продуктами помогали, и даже позвонить давали домой, вот тот случай, что Лена рассказывала. То есть все зависит от человека. То я смог перехитрить, я там выдумал разные легенды, я, ну, там, где надо было, я знал, что отступать нельзя и надо держаться. Ну, это все как бы психология, подготовка, этому надо всему вас учить, и чтобы эти курсы проходили. Если кто идет на фронт, это обязательно надо. Наступне запитання, будь ласка, чи є ще хто? Дана, кажіть. Ось майже більше ніж 5 років минуло війни. Який є рівень, я, на вашу думку, ось якась інформація партизанської війни, якщо можна так висловитися, в Україні з боку Росії, коли сповідка це має партизанська війна в нас, зараз це так. Я вам сказав от декілька істочників, де можна подивитися про партизанську війну, але ну да, вот сейчас уже партизанская война не та, что была в 14-15. Спецслужбы России работают. Очень уже есть партизаны, которые попали в плен. Уже несколько партизанских отрядов, ну, ячеек. Отряды я так не могу назвать, громко. У нас не было больших отрядов. У нас максимально были отряды, это 7 человек, те, которые воевали. Подпольщиков очень много. Там в каждом городе по 100, по 200 человек подпольщиков. А те, кто именно воевали, там, ну, ячейки там по максимум 7 человек. Да, с годами, конечно, все сложнее и сложнее на той территории вести партизанскую войну. Спецслужбы России не сидят там спустя так, они постоянно работают там, штудируют интернет, штудируют радиосвязь, мобильную связь, работают с населением, вычисляют просто, вот такие работы проводятся, знаете, как даже просто едет автобус, например, с Красного Луча рейсовый автобус в Луганск, кто-то едет там, ну, человек 50, и кто-то один там садится и начинает там вслух разговаривать с кем-то о чем-то. Вот там власть не нравится, вот эти россияне негодяи, тут пришли тут с автоматами, власть захватили, сейчас вот пенсию не хватает, что-то пенсия там в рублях там вообще не хватит. И начинает кто-то сидит просто и смотрит. И вдруг кто-то не выдерживает и начинает поддерживать. Да, негодяи, сволочи. Этих людей берут на карандашик, все выходят из автобуса в Луганске, их под ручки и их повели. То есть, вплоть до такого, российская ФСБ, сейчас они даже вот мне рассказывают, сейчас работают так, на каждого жителя ЛНР, ДНР заводят личное дело. Вот на каждого просто карточка, и там самое главное, лоялен к России, не лоялен к России. Все, то есть на каждого гражданина, кто там живет, заведено дело, как ОРД там, оперативно-розыскное дело, что как бы выяснять, они хотят понимать, кто там как. Ну, работа ведется очень сильно, и да, с каждым годом сейчас слабее и слабее партизанское движение, но подпольщики, вот меня радует, как бы, это вот наоборот начало подниматься. Если вы тоже в новых соцсетях посмотрите, расклеивают листовки по городам, поднимают украинские флаги по ночам на каких-то там зданиях, поднимают в небо на воздушных шарах украинские флаги над какими-то городами, надписи делают на остановках «Путин, фашист», там этого стало намного больше. Но это просто подпольщики, я их называю. Те, кто реально что-то борется, ну, это стало, конечно, меньше. Давайте так, я дуже багато відмаю часу, я знаю, ми, наверное, уже 3-й час, ви тут жарко, пить хотите, давайте так,
Я на Фейсбуці є Володимир Жемчуга, ви можете мені написати там будь-яке запитання, я вам відповім. Є моя офіційна сторінка радника міністра Володимир Жемчуга. Є моя лична сторінка Володимир Жемчуга. Я там на задньому плані на макових полях Кавказа. Можете задать там вопрос. Можете подойти. Сейчас я у вас есть книги. Если интересно, я вам оставлю на сгадку підпис свой. Можем сфотографироваться, кто бажає. Щоб вас не... Ще одну хвилиночку, Володимир Павлович, вибачаюсь. Да. Будь ласка, підійміть руки, хто задавав питання. Так, а можете встати. Дякую. Сзади у нас ми привезли подарунок, їх декілька штук. Це вашим викладачам та ректорату, але і тим найбільш активним ми з Володимиром Павловичем хочемо подарувати. Це вам сувеніри від мене за активність. Це значки, це логотип нашої України, представлення нашої України на міжнародному рівні. Він був розроблений рік назад, цей логотип. Тому я думаю, коли ви поїдете куди-то за границю в Європу і оденете цей значок, то ви будете знати, що ви з України. Знаєте, дуже приємно, коли ти йдеш зараз вже, от за ці 5 років, настільки нас ідентифіцірують, слава Богу, і не кажуть, що ми русські, коли ти приїжджаєш, раніше приїжджав і говорив, да, там, починаєш говорити, а, знаємо, там, Росія з Москви. Ми не Росія, ми не з Москви, ми Україна. И сейчас, когда это говоришь, произносишь тоже Германии, то буквально вот Ukraine, это уже, знаете, это так приятно. Ну, это мы немножко так простимулировали вас. Я, значит, вам просто еще хочу сказать, не все могут быть там, ну, будут военными, кто-то захочет перейти на гражданку. Я просто вас призываю быть активными людьми. В Европе, да, совсем другой менталитет, они, им все равно там, они даже многие не знают, я там жил, тоже какое-то время жил, они не знают тут Германии, кто там у них канцлер, кто президент, у них все живут громадами. Там сейчас на сегодняшний день вот этот принцип европейский магдебургского права, он уже вот третий год в Украине внедряется, реформа идет, и мы перейдем на эти европейские стандарты. И мы сами решаем, вы решаете через своих депутатов в местских радах, сельских, областных радах, как вам жить. Интересуйтесь общественной жизнью, ходите на выборы, интересуйтесь, кого вы голосуете, потому что они отражают именно ваши взгляды. Это не просто так. Мы виноваты, что мы, взрослые, к 2013 году привели к власти Януковича и партию регионов. Мы виноваты. Мы не ходили на выборы, мы не интересовались, не проверяли информацию, за кого мы голосуем. В результате вот мы привели таких людей, которые нас хотели сдать в оккупацию в России. Я говорю всегда, интересуйтесь общественной жизнью. Не нравятся вам какие-то депутаты, организовывайтесь, выбирайте своих депутатов, кандидатов. Потому что если вы не будете интересоваться политикой, политика заинтересуется вами, вашими свободами, вашими финансами, вашим здоровьем, вашей жизнью. Мы в Луганске, Донецке по полной уже хапанули этого. Я хочу, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Будьте активными и громадские, ну, активными людьми. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати від кафедри військової підготовки, від Національного авіаційного університету і взагалі від всієї України за те, що ви є, за те, що є люди такі, як ви, за те, що ви зламались, за те, що лишаєтесь небайдужими, активістом і взагалі такою прекрасною людиною. Дуже вам дякую. І ми пропонуємо спільне фото, якщо ви не проти, так? Куди ближче. Так, хто там заховався? Слава Україні! Героям слава!